Вперед! И стой вместе. Я вообще не должна быть здесь. Я здорова. Угу. Все так говорят. Мэм, я привел новенькую, как вы и просили. Спасибо. Можете идти. Припадочная. Девочка моя, знаешь ли ты, почему здесь оказалась? Нет, мэм. Говорят, ты совсем перестала есть. Родственники обеспокоены твоими воображаемыми друзьями. Ты уже не ребенок. Пора привыкнуть к взрослой жизни. Пора повзрослеть. Нет, это неправда. Вы просто ничего не понимаете. Ох, какая шумная. Успокоительного. 3 кубика. Оставим ее на ночь в общей палате, а утром проведем сеанс психотерапии. Сомневаюсь, что она серьезно больна. Ах, это все детское воображение. Будь оно неладно. Моя головушка. Мамочка! Они что, оставили меня здесь на ночь? Так тихо. Тихо. Нет. Где они? Украли. Тихо. Тесно. Давай стены. А вот и я. Какие интересные часики. Они показывают мне часы одни. Как это? А что, ваши показывают год? Нет, конечно, но это потому, что они стоят с прошлого Рождества. Поторопи. Время у нас штука важная и дорогая. А иногда и весьма опасная. У вас? Не обращай на него внимания. Это он так шутит. Пустословие хуже проказа. Ну вот и помалкивай там. Чашечку чая? Слышишь? Со мной звезды говорят. Хочешь узнать то, что они знают они? А вот не скажу! Грубая девчонка даже не представилась. Здравствуйте. Я здесь случайно, и меня зовут... Не обращай на нее внимания. Просто она немного увлечена. Если будешь с ней мила, она обязательно расскажет тебе сказку на ночь. Вот еще. Я не собираюсь здесь задерживаться. Ой-ой-ой! Что это? Держись покрепче, малышка. На нас волным ходом идет полночь. Не пугайся. Что ты схватила меня за руку? Не пугайся. Это все воображение. Ну что ты, всего лишь воображение наших пациентов. Ненавижу! Ну за что ты меня мучаешь? За что изводишь? Неугомонные сестрички никак не успокоятся. А ты не встревай в семейные дрязги.
Это отравленная девушка. Как она сюда попала? Из головы своей убийцы, милая. Когда долго о чем-то думаешь, оно становится реальным и совсем-совсем настоящим. И мертвые сестры? И мертвые сестры, и музы, и даже демоны для одержимых. У нас здесь все настоящее.
Как не стыдно поднимать такой шум? Но при чем здесь я? Это все они. Столько людей, все такие чудливые и страшные. Милая моя Алиса, тебе снова мерещится неладное. Не сопротивляйся, деточка. Нам нужны еще оба. Больные не совсем правильно воспринимают тех, кто пытается им помочь. И оформите пациентку как буйную. Похоже, она у нас надолго.